Говорит Москва. Передаем обзор центральных газет. По сообщению специального корреспондента газеты «Труд», в немецком городе Альтендорф обнаружен еще один сиротский приют, в котором британские оккупационные власти скрывают 135 советских детей. Среди них Толя Семенов, 7 лет, русский, сын донбасского шахтера, Женя Руденко, 10 лет, украинец, сын военнослужащего из Полтавы, Вилли Страус, 12 лет, латыш, сын рабочего из Риги, Саша Бутузов, 11 лет, русский. Саша! Полковник Баркли слушает. Дарсен генерал читал. К сожалению, адрес указан совершенно точно. Да, шеф приюта капитан Скотт у меня. Куда перевести? Слушаю, сэр. Черт, сколько возни с этими щенками. При должном воспитании, господин полковник, из таких щенков вырастают цепные псы. Да, вы правы, капитан Скотт. Нам надо думать о будущем. Прошу вас, капитан. Здесь никогда не было никакого сиротского приюта. Если не считать сиротами, это молодец. Меня все-таки интересует, куда же девался этот приют? Детский приют находится в Кригенберге, Блюменштрассе 29. Как? Блюменштрассе 29. Не знаю. Девочка, улыбнись! Улыбнись! Как вам не стыдно? Вот таким эту драку. Перестаньте. Это ты начал драку? Он ударил первым. За что ты его? Он русский. И говорит, что в этой войне победили русские. Русские? При чем тут русские? В этой войне победили американцы. И англичане. Нет, русские. Кто тебе это сказал, мой мальчик? Фройлен Смайда. Wo bist du leben? In Deutschland. Werde satt sein. Ich muss den englischen Rotenkreuzdanker sein. Он говорит, что хочет остаться здесь. Он очень благодарен Красному Кресту Великобритании. Саша, ты узнаешь, кто это? Да, Саша, это твоя мама. Она в Москве и ждет тебя, понимаешь? Das ist meine Mutter. Это моя мама. Действуя в интересах правильного осуществления инструкции, комиссия считает, что ребенок должен остаться в нашем приюте. Отпустите меня, маме. Отпустите. Я говорю от имени тех матерей и отцов,
которым вы отказываете в праве на счастье, которым вы отказываете в праве обнять своего ребенка. Это прежде всего бесчеловечно. К сожалению, члены британской комиссии за недостатком времени не имеют возможности выслушивать коммунистическую агитацию советского представителя. Объявляю заседание закрытым. В таком случае я, как официальный представитель Советского Союза, заявляю протест по поводу незаконного решения вопроса о советских детях. Вряд ли это решение, господа, является выражением воли лучших представителей вашего народа. Товарищ Деменьев, возьмите стенограмму. Честь имею. До свидания, Саша. Ну зачем вы так настаиваете, чтобы этот мальчик остался у нас? А вы что, предпочли бы, чтобы ваш сын служил в иностранном легионе, или хотели бы, чтобы он прыгал с парашютом в тыл врага? Понимаю вас, сэр. Ну, ведь его мать действительно жива. Пропаганда. Советская пропаганда. Это же моя мама! Это же моя мама! Товарищ командир, зайдите, пожалуйста, к двери и не смотрите сюда. Что такое? Я с моей главной воспитательницей этого приюта. Мной составлены подробные списки детей. Скажите, как я могу вам передать их? Мы находимся в городке Кирхенбаум, Фридрихштрассе 40. Завтра вечером в 8 часов я принесу списки. Тебя зовут Ира? Ира. А как твоя фамилия? Соколова. Ты русская? Русская. Вот мы тоже русские. А ты маму свою помнишь? Помню. И как ее зовут, помнишь? Екатерина Владимировна Соколова. Она была доктором. Ира, а ты домой хочешь? Очень хочу. Возьмите меня домой. Ну, я хочу домой. Не плачь. Хватит. Ну, не плачь. Успокойся, успокойся. Мы обязательно тебя возьмем отсюда. Обязательно, слышишь? Когда? Скоро. Ну. Не плачь. Рассказывай, как ты тут живешь? Я? Мне трудно здесь. Я часто плачу. Я редко бьет меня. Возьмите меня домой. Не плачь, девочка, не плачь. А что тут церемонится, товарищ подполковник? Заберем ее сейчас отсюда, и все тут. В том-то и дело, что нельзя, товарищ Сорокин. Завтра же они начнут кричать на весь мир. Советские офицеры похищают детей. Они постараются это раздуть, чтобы сорвать нам всю работу. Ну вот что. Ирочка,
Мы теперь знаем, где ты живешь. Мы обязательно тебя возьмем отсюда. И тебя, и Сашу, и... Я убежала с приюта. А куда ты бежишь? К русскому офицеру. Если мы балу приедешь с раз 40. Он там живет. Он приезжал за мной, но они меня отпустили. Я убежала. Знаешь что? У нас тоже были... Не знаю. Ира, ты жила в Воронеже? Не знаю. Ты мне сама об этом рассказывала. Твоя мама Екатерина Владимировна, она была доктором. Не знаю. Ирина. Ирочка. Ирочка. Мама! Доченька моя, мама, доченька, мама, доченька, доченька моя.